Уже к концу этого года на экраны выйдет фильм Веры Глаголевой «Две женщины». Лента совместного производства. Участие в съемках принимала и Латвия. Одну из главных ролей сыграл актер с мировым именем Ральф Файнс. Сейчас в Риге проходит озвучивание фильма. Ральф Файнс, знакомый зрителям по фильму «Английский пациент» и киносерии «Гарри Поттер» в Риге впервые. Сюда его привела лента «Две женщины». Ее по пьесе Тургенева «Месяц в деревне» сняла звезда российского кино Вера Глаголева. Файнс играет роль Ракитина. В Риге идет озвучание ленты. Интересно, что русскую версию фильма британский актер тоже озвучит сам. В каждый новый проект я буквально влюбляюсь, отдаю ему душу. А когда он заканчивается, ощущение такое, будто у меня сердце вырвали. Вот так и сейчас. Теперь мы стали суеверны, признается режиссер. Первый съемочный день назначили на 13 число. И не успели скомандовать мотор, как начался настоящий ураган. Он бедный в своих вот этих специальных ботинках кожаных на тонкой подошве, которые ему специально шили. Тончайший лайковый, он месил грязь вместе с нами, со всеми. Потом нашли какие-то, привезли какие-то дождевики. В общем, было очень сложно. Я помню, когда он возвращался со съемки. И он ни слова не сказал, что мы были неподготовлены. Мы были неподготовлены, это так. Снимали в России, лето было дождливым, но даже это не испортило фильм. В первую очередь, благодаря блестящей работе латвийского оператора Гинца Берзинша. И вот эта красота, которую мы глазами Гинца видим, эту природу, актеры, которые сняты, по-моему, безупречно, героиня, она должна быть красивой. И все это благодаря нашему оператору. В целом творческая группа представляет 4 страны – Россию, Латвию, Англию и Францию. Здесь какое-то такое спокойствие, красота, ну, хорошая кухня тоже. Мы не перестаем удивляться, мы какие-то ходим в места, и нам все это нравится. И как-то нас это вдохновляет, и такое, вот абсолютно такое и рабочее, и в то же время какой-то такой настрой, где мы можем отдохнуть. Потому что Москва не дает покоя ни одной секунды, это пробки. Точно. Пробки, она нас держит все время в напряжении. А здесь такое отрешение, которое, вот, мне кажется, необходимо вот для таких вот вещей. И я вам скажу, что ваши ребята очень профессиональные, вы можете им гордиться. Слово «Латвии» будет произноситься и произносится уже, и в связи с работой и в Франции, и в Англии. И такие звезды, как Ральф Файнс, произносят это имя. Он побывал в Риге, в Латвии. Французская актриса Сильвита Стю, которая на прошлой неделе была тут в Риге. Вообще для нее Рига – это открытие. Это она до сих пор не знала. Она села в машину с паспортом в руках и сказала, а мне никто паспорт не спросил. Я говорю, а Рига – это мы в Европейском Союзе, да, Латвия. Режиссер надеется, что латвийский зритель сможет увидеть ленту «Две женщины» в конце осени, начале зимы этого года.